Всем привет! У нас сегодня прям похолодание, похолодание. Прям... О, пожалуйста. Все окошки замерзли. Курочкам я на ночь лампу вот эту оставляла. Она тепло дает. Вот, и сейчас оставлю, потому что не могу сказать, что у них прям вот так вот тепло. У них будет куда спрятаться, погреться. Да, Чифуль? Ну, да. А еще прям у них, представляете, сегодня даже здесь внутри вода замерзла, еле пробила. Представляете, какая толщина? Пальцем тут колотила, пробила. У нас прям похолодание. Ну, что называется... Когда зима нечаянно нагрянет. Да, Чуфуля? Не, сидите дома. Так, а что здесь? О, даже пальцы прилипают. Пальцы у меня прилипают. Сейчас я закрою. Ой. Крючку к железному пальцы прилипли. Так, ну, у нас, смотрите, какая красота. Прям холодно, изо рта пар идет. Сейчас ведерко я поставлю. Опа, ведерко поставила. Ну что, пошли, пойдем посмотрим, что у нас. Что у нас нового? Тут у нас завтрак. Да, завтрак у нас здесь. Ну, вот этот вот белый. Прям вообще такой очаровательный. Ни на кого не похожий, товарищ. Но все шипят. Все шипят, все. Вот. Пожалуйста. Вот остались у нас груши. И вот какая-то птичка кушает. Ну, классно же. Ну, прям классно. Что у нас еще нового? Ой, да ничего особого у нас нового-то и нету. Я понимаю, что вы скучаете. Что вы не понимаете, что это там такое происходит, и что это она ничего не выставляет. А у меня реально, я даже не знаю, как вам сказать, нет вдохновения. А так как я с вами, дорогие мои, делюсь только позитивом, поэтому и голос должен не дрожать, и я должна вам делиться с вами только положительной энергетикой. Вот, у меня ее не было, а сегодня солнышко, мороз. А так как я девушка январская, я родилась в январе, я обожаю снег. И у меня, конечно, настроение прибавилось. Поэтому решила я сегодня выйти прогуляться. И вот, скоро Новый год, да? Полтора месяца, не так уж и много осталось. Что-то нужно уже понимать. Что готовить, что закупать. Вот. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие у вас фирменные блюда новогодние, которые обязательны в Новый год, который вы не
обязательно готовите. Мне просто очень интересно. Ох, как у нас все. Так, это голуби летают. Как у нас сегодня прям вообще солнышко какое яркое. Прям такое сумасшедшее солнышко. Так, что тут еще? Да ничего особо не поменялось. Розочки вон, пожалуйста, они как были, так и есть. Прям, можно сказать, забальзамировались. Да, и этот даже еще бутончик успел распуститься, потому что было тепло. Но ничего, обрезать не буду. Весной посмотрим. Ой, какая седая трава красивая. Прям вообще. Прям хожу и получаю удовольствие. Ой. Ага. Какая красота. Птички-то барбарис распробовали? У нас его так много висело. Видимо, подъедают. Ну, классно же. Ну, я прям рада. И это здорово. Будет что им поесть. Вот. Ну что, погуляли мы с вами сегодня. Прогулка небольшая, потому что в голове сильно мыслей нету. Вот. Ну, наверное, на этом все. Всем мира, добра, любви, позитива и всего самого-самого доброго. Всех целую и обнимаю. А пока, пока!